Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и решил я здесь записать такой вот поединок между двумя легендарнейшими рестлерами, между двумя легендарнейшими персонажами, которых уже никогда не будет больше в истории. Кейн и Гробовщик. Матч до двух удержаний поставил, что было интересно сейчас. Посмотрим, что получится. Выходит большая красная машина, он же Глен Джейкобс, он же дядя Глен. Он же человек, который скоро будет сжать руку Путину. Это шутка уже была, да. Путин не доберется до Штатов Америки. Ладно, в общем идет Кейн к рингу. Всегда точно, я, конечно, вообще удивляюсь, как в нем столько сочетается. Дома он в костюме, жмет руку всем там, ко всем подходит, к детям, к пенсионерам. Там мороженое всякие пробует. У него даже твиттер отдельно есть, где Джейкобс, короче, отдельно вообще его личный. И тут такая большая красная машина, которая живет где-то там, как скорпион в аду. Бумс. Вот так вот. Думаю, мы даже ради прикола создали какие-нибудь атирки его. Рабочие, так сказать. Не ринговские. Так, ну и теперь Гробовщик Марк Холлоуэй. Гробовщик и Андертейкер. Легендарный персонаж, легендарный человек, который всю свою карьеру живет своим гиммиком, не сидит в соцсетях, не заводит твиттеры, всегда живет персонажем. Тем не менее, он никогда не откажет ни в автографе, ни в фотографиях. Вот, точнее сказать. Кстати, я вот хочу сказать, что у него походка вообще дебильно, нереалистичная. Видимо, какого-то опять индюка одели, заставили тебе Гробовщик, но реально. Движение руками, но не его, я вот присмотрелся потом, когда играл. Движение руками вообще не его, к сожалению. Ну ладно, пропущу, наверное, выход, потому что музыка все равно заглушена. Я включил выходы чисто так, чтобы о вступлении поговорить. Я поставил Расслиманию 32, так как она закрыта, и хотелось просто насладиться эффектами на их выходы. Кстати, вот этот огонь очень странный, они ему как начали вот давно добавлять, так и оставляют, но хоть друидов убрали у него с ППВ арены, это было очень уже устарело. Ладно, поехали. Кайн, Гробовщик, Кейн, Кайн, Кан, как его звали в Смакдауне один, похоронщик, бизнесмен, как звали Гробовщика в старых смеках. Начали, Кейн, Гробовщик, один на один, поехали. Так, Кейн тут же пробивает элбу своему сюжетному братцу, акробатцу, так сказать. И, кстати, мы начинаем матч-то с финишеров, посмотрите, оба рестлера уже с готовыми финишерами. Так, Кейн, ух ты, фирменный two-handed choke slam, о май гад. И Кейн, ух ты, уже готовится Кейн. Уже готовится Кейн убивать своего брата. Кейн, о-но-но, сейчас отомстит за поджог. Воу, choke slam, my god, unbelievable power. В самом начале матча choke slam by Кейн. One, two, no, вырывается Гробовщик, но это было неплохо. Хорошее начало. Хорошо, что они вернули хоть какие-то кастом-матчи. Сейчас интереснее играть стало. Вообще с патчем игра лучше стала. Реально, боты порой такую жесть творят, что нереально вообще реверснуть. Турбакл клоузлайн. Правда, сейчас меня что-то бот позорит и не может ничего мне противопоставить. Я не знаю, почему. О, противопоставил. Он мне вообще урона не нанес. Так. О-во-во-во. Так, Тейкер. Че, опять болезнь с кетчингом? Да, опять болезнь с кетчингом. Тейкер проводит Tombstone Power Driver, могильную плиту. Так, если я сейчас опозорюсь, это будет смешно. Нет, потому что в этой части у меня проблемы с кикаутами, большие проблемы. Я порой просто не могу вырваться. Блин, надо было тирку Тейкеру скачать хоть с этими, с логотипами на перчатках, то как-то бог, конечно, выглядит без этих лого. Так, куда-то меня потащил. Опа! Кстати, вот интересная такая параллель, ведь как бы Кейн младше на пару лет Гробовщика, да? Но посмотрите, он в форме, у него форма лучше, чем у Гроба. При том, когда Гробовщик еще вот со времен где-то 30-й Рестлемании уже стал походить на такого дряхлого дедушку, то Кейн в то время активно выступал и вообще держится молодцом. И форма у него вообще прекрасна для его 50 лет. Тогда он было 47-48, тоже шикарная форма. Вот он вообще себя, видимо, поддерживает в форме. Даже интересно, что значит человек отдался бизнесу. Ну а Гробовщик просто уже его заставляют работать, отрабатывать рестлемании дурацкие. Не дурацкие, но, блин, просто заставляет. Вот он, видимо, опять, похоже, вернется
В следующем году опять на Расслемане заставят его выпустить. Да уж, ужас. Ну ладно, все равно эти два человека практически всю карьеру жили своими гиммиками. Опа. Блин, вообще сюжет тут вначале не разговаривал. Гробовщик тоже. Гробовщик вот там в фильме «Команда Спигара», если не ошибаюсь, впервые сказал фразу. Это фильм с Хаком Хоганом. Вот, в общем, это было тогда шоком, потому что он на TV WWF вообще ничего не говорил. Так, тем не менее, пока я тут заговорился, меня избивает Стейкер стулом. Ну ладно, у нас, кстати, матч, видимо, вообще полностью без дисквалификации каких-либо. Стейкер повис. Опа. Так. Чё, тяжело. Блять, началось. Как мне в это параша бесит, что они так глупо начинают, а? Вы смотрите, что за херня? А! Сникерс. Так, а, я еще, видимо, настраивал удержание где угодно. Ну, нормально. Реалистично. Мальчик в футболке Рэнди Уортона. Кьют, кьют. О, скьют. Блин. Вот сейчас будет ни хрена не скьют, потому что это чокслэм. Май гад. За рингом. О, боже. Гробовщик раздевается. Боженьки мои святые. Гробовщик уже разделся. Рановато, товарищ. Рановато. Так. Срочно нужен стол. Да гроб, наверное, не даст достать. Я его сейчас уложу бигбутом. Давай, давай, давай. Come on, come on, come on, come on. Ладно, клоузлайном. Так. А, стола-то нет, я, видимо, его уже достал. Так, Кейн берет нетипичную для себя кэндлстик палочку. Ну что еще? Не сделаешь ради бизнеса. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Некбрейкер от гробовщика. А, бэкбрейкер, пардон. Воу-воу-воу, вот это. Danger moment. Это, видимо, будет Том Стонский Коппер, как звали. Как называть этот прием на PlayStation. Один. Нет. Уходит, уходит Кейн. И Фол Нелсон Слэм. Пойдем на ринг уже, а? Так. Блин, вы дичь какая. Так. Давай, возвращайся. Текер. Так. Ну, неплохо у нас развиваются события в матче, да? Так. Устанавливает стол. Кейн. Блин. Так, главное, чтобы не зашел в камбэк. Так, давай. Сейчас будет фирменный Давин Клоузлайн, наверное, Каин. Давин Клоузлайн! Вот это да! Матушки мои, как это было страшно. Ну что, подожгем столик, а? Игнайт, ну, игнайт. Блин, что-то не работает, ладно. Так, Кейн. Каин! Выходит на бомбу. Воу, 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 воу. Тейкер, Тейкер выскальзывает. Это такой трибьют был чему-то сейчас. Дурак ты, Грок, дурак. Ты зашел в камбэк, чтобы провести мне old school. Дурак, просто дурак. Не знаю, зачем ты это сделал. Дурак, просто взял и просрал камбэк. Это очень тупо было и глупо на самом деле. Что, лестница тебе зачем? Лампочку дома подкрутить мне шею заставила или что? Ну, блин, вставай. Еще один дабл хэнд чокслэм. Воу, 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 воу. Воу, 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 воу. Так, шипбрейкер, так. Блять. Стол сломался, это какой-то параша, извиняюсь. Но это тупо, на самом деле. Меня это бесит и раздражает, что столы так ломаются дебильно. Ну, боженьки мои. Вообще, разошелся такер. А. Так, не, нафиг. Опять заново достроить фигню, теперь еще предметы закидывать нельзя. Ну вообще, не игра, просто гениальное дерьмо. Так. Блин, что? Что? Ты меня хочешь усадить? Ну, усади. Усади. Ой. Что это? О! Avalanche Sidewalk Slam. Там был шанс реверса, я не обратил внимания на это, но хорошо, Текер. Хорошо, Текер. Вау. Вау. Класс. Так, Кейн вырывается. Ладно, нормально. Что-то потеряли инициативу мы с Гленом. Интересный факт, кто не знал. Кейн родился в Испании.
Last Ride! Нет! Нет, 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 нет! Это не Last Ride! О май гад! Кейн, Кейн, Кейн готов убивать гробовщика! Воу-воу-воу-воу, Кейн! Опа! No! Tombstone Pallet Driver by Kane! О май гад! Раньше у него еще было свое удержание. Он руки не складывал, а по сторонам их раздвигал, и гробовщик вырывается. Так. То есть у гробовщика Рестин Пис удержание было. У этого такое обратное. Это еще в старых смакдаунах было. То есть, конечно, этого в игре нет. Ну что мне мешает этот гребаный стол закинуть? Так. Ладно. Боженьки мои, святые. Вов, да что ж ты постоянно удерживаешь-то? Это может принести плоды определенные. Что я тут иногда плохо вырываюсь. О, боже, сокерболкик. Блин, эти реверсы такие дурацкие, капец. На. Так. Опять гроб уснул. Блин, просто ему в лицо кинул эту ступеньку. Так, нет, гробовщик контратакует древним реверсом из СВР-11. Опять на удержание? Нет, стомп руки, Абринг. О, когда ударил качка. О май гад. Кейн, don't do this, Кейн, Кейн, no. Оу. Воу-воу-воу-воу-воу, Кейн! Announcing Table Chalk Slam! Боженьки мои святые, что происходит, Кейн? Как в 2010-м? Просто уничтожает гробовщика. 1-0! Нет! Нет, нет, нет! Гробовщик вырывается. The Undertaker вырывается. Undertaker! Просто, блин, шикарно. Игру поправили ботом. Ботом, то есть патчем. Просто снимаешь шляпу 2К. Сейчас хоть играть стало интереснее. Не помню вообще ни в одной игре, чтобы боты могли именно вот так вот вырываться. Не помню, серьезно. Правда, тут бывает иногда у них проблемы, что они могут не вырваться с сигнатуры или что-нибудь. Но, блин, они вырываются классно с финишов. Для таких топовых матчей это очень круто. Чокслэм by Undertaker. Что ты делаешь? А? Ясно. Так, что будет? О-о-о-о-о-о-о-о, Tombstone Pallet Driver, Undertaker, блин, прям на эту штуку, о боги мои святые, вот посмотрите, Кейн просто разлегся, как чучмек на вокзале, воу, опасно, раз, два, Кейн кик аут, Кейн кик аут, вот это обмен спецприемами, а, финишерами, всем, просто топовый обмен, так, ладно, давай, Big Boot, блин, воу. Хороший реверс, воу. Пикбут, нет. Да, нет, вы посмотрите, какой классный обмен приемами. Followway Slam. By Undertaker. Так. Классно, классно, очень классно. Вот этой фигню ему постоянно ставят, еще давно, я не знаю почему. Ты серьезно, парень? Конечно, глупо сейчас прозвучало, но реально это странно. После такого удерживать. Хэдпанч. О боги. Сейчас будет чок слэм или Last Ride, а у него стамин не хватает ни на то, ни на другое. О май гад. Так, Кейн берет стол. Попытался ударить. Нет. О боже. Пару ударов с столиком. Это чтобы это накопить сигнатур мув. Так. Стул как будто поломался там. Ладно. У нас уже 5 звезд. Это классно, очень классно. Крутой бой получается. Очень крутой, классный бой. Я не могу взять эту фигню, к сожалению. Кейн. Он что, решил пойти на риск? Неоправданный риск, Кейн. Кейн. Воу, внезапный сайдволк слэм. Connected. Не, да что с этим стулом не так? А, во. О май гад. О, воу, 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 Кейн, что ты хочешь сделать? Это твоя предвыборная кампания, ломай дедов? О май гад. Он просто практически убивает гробовщика, убивает. Воу, Текер контратакует.
Вау, блин, удар, блин, простой такой суплекс вертикальный, да? Спасибо, что не настал, друг мой дорогой, так. И гробовщик о чем-то задумался. О повышении пенсии в 2018 году. Воу-в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 оу! Том Стоун, Пауле Драйвер! My God, Undertaker just burned him! Вот это было классно! Притом я не ожидал, что он его проведет. Воу, удержание! Раз, два, три, 1-0. Тейкер повел. Воу! Кейн, Кейн! Теперь свой проводит. Том Стоун, Пайл Драйвер. One, two, three, one. It was a great one. 1-1, короче, у нас там замечательном поединке. А вот теперь пойдет жара. Теперь пойдет жара. О май гад. О боже мой, что делает Кейн? Leg drop. Он просто убивает гробовщика всеми возможными способами. Так, где стул? Стул, 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 стул. Вообще куда-то улетел. Смотрите, гробовщик хочет подняться к Кейному. Даже позволил это сделать. Только для того, чтобы гробовщик провел реверс. И вот такой вот. Close line. Вот это я сейчас мог бы обосраться. Когда ударил качка, да? Ошибка Тейкера, воу. Ты чё, офигел? Опа. Так. Блин, ошибка опять. Опа. Небольшие бочи у нас тут в эфире, в прямом, пардоне. Так. Так. Окей. Прыжок на ногу. Ладно, нужен стол, срочно. Не знаю, нахрена он лестницу взял, но это было глупо. Опять стол нельзя закинуть, да ёперная говнотенька. Что ему мешает, а? Кейн, биг бут судье! Биг бут судье, Тейкер, контратакует. Тейкер, ух ты, свои фирменные, тюх, тюх. Классно, Тейкер. И вот так сюда. Добыл ему лэгдропа. Воу-воу-воу, сейчас еще быстро отсчитает. Нет, вырывается. А, Shoulder Claw. Ай. Блин, как тут тяжело стало. Контрить нижние удары, капец. Куда он пошел? О, боже. О, боже. О май гад. О богу. Ду-ду-ду-ду. Вот это было больно. Вот дебил. Ну посмотрите, нахрена ты это делаешь? Бигбут. Попытка вторая. Ни одной. DDT, Кейн. Получает DDT. Гробовщик удерживает после DDT. Не удерживает он после DDT, но он был близок. Кейн хочет скатиться за ринг, у него не получается, к сожалению, потому что... О, Тейкер, да, байкеры. О, хотел что-то сделать, Тейкер, опа! Кейн не позволяет ему сделать того, чего хотел сделать Тейкер. О, боже. Кейн просто использует Dirty Tactics. Dirty move by Kane, о, воу. Стол настроен, стол не бит. Это гроб будет сейчас разбит. Что за лариат странный? Том Стоун мог бы быть сейчас, наверное. О, боже. Так. Классно, классно, Сейбок Слэм. Это походу все. О, боже, это походу все. Я не смог контратаковать. Том Стоун Паладрану еще так аккуратно, красиво развернул. Боже, а пин-комбо-то, пин-комбо. Гробовщик, ты забываешь, у тебя есть пин-комбо. И Кейн вырывается очередной раз. Японский городовой. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. О, гробовщик.
Какой бред, вы посмотрите, он реально испугался. Это было сейчас тупо, очень глупо. Но, блин, это было забавно. Но он, серьезно, сейчас просто испугался. Так, Кейн опять начинает избивать гроба. Блин, этот стол так стоит, конечно. Так хочется его разбить. Вау. Ты как реверснул без реверса? Охренел? Так. Обычно так и бывает в реальных матчах, что стол стоит-стоит, его в итоге ни хрена не разбивают. Вот, спасибо, судья. Так, реверс бомбы, окей. Только реверсов не поломай стол, спасибо большое. Как он заколебал удерживать. Даже жесть какая-то, постоянно пытается удержать после какой-то херни. Оу. Куда ты пошел? Нафига тебе стол? Нафига? Вай. А, в уголок, чтоб никто не уволок, да, значит? Походу, сейчас будет задница. О! Кейн выворачивается, да. Смотрите, Кейн заблейдился. Воу! Фолловый слэм, my goodness. Кейн. О май гад, пауэрбамп. Кейн. Кейн, памс. Блин, жалко, жалко, стол не поломался. У бога. Попытка номер два. Пауэрбамп, блин. Ну стол вообще конкретно подвел. Будем кончать. Прощай, Текер. Ты был хорошим рестлером, но... Your time is over. Все. Tombstone. Oh my god. Bam! Tombstone. Pallet driver. By Kane. One. Two. Three. Все. Kane побеждает своего брата на рестлемании. Kane побеждает своего брата на рестлемании. Жалко, стол не сломался, но это, блин, уже было... Вина этой замечательной игрушки. Смотрим повторы. Как обычно, нам показывают какую-то хренотень. Не вижу эпичных моментов. Ну ладно, вот тумстонский копер. Это пойдет, окей. Даже почти все были в фильме приемы, кроме Хелсгейта, по-моему, да. Хелсгейта не было. Была попытка Ласрайда. О, вот это жестко. В принципе, повторы нормально показываются. Чё, блядь, какого хрена? Тебе-то чуть... Вы посмотрите, как... Гробовщик там, блин, катает, катится. Ах, какая игра тупая. Смотрите, какой пиздец происходит, у меня слов нет. Куда он катится-то? Почему пришел Карл Андерсон? Какого? Боже, хорошо, что это все попадет на запись, потому что это пипец. Вы посмотрите, какой бред. Полнейшая бредятина. О май гад, Кейн! Разобрался с каждым, кто был на этом чертовом ринге. Все, вот так вот. Жаль гробовщика, что он решил куда-то покатиться. Да, все, вот так Кейн заканчивает бой. Всем спасибо, кто смотрел этот бой. Пишите, как вам, понравилось ли. Я старался как-то комментариями разнообразить, но эта сценка в конце, это просто тихий ужас. Всем удачи.